Для мешканців Дніпра слово «конструкція» вже має чітку асоціацію із сучасним мистецтвом. Адже таку назву має щорічний фестиваль, який вже цими вихідними починає функціонувати. Які нові локації, інсталяції, лекції чекають цього разу на відвідувачів, розкаже наша гостя. Кураторка фестивалю «Конструкція» Юлія Овчаренко. Юлія, здравствуйте. Ну, давайте, розказуйте. Да, фестиваль «Конструкция» проходит уже в четвертый раз в Днепре. Для нас это достижение, и нам приятно, что Днепр встречает этот фестиваль тоже с удовольствием. Каждый год мы выбираем около 10 локаций в городе, которые имеют какое-то историческое, культурное, социальное значение, и с помощью современного искусства предлагаем посмотреть на них по-новому, увидеть их потенциал и полюбить город тоже с какой-то новой стороны. В этом году у нас есть и крупные проекты. Фестиваль разрастается больше в глубину и вширь, можно сказать. Каждый раз нас спрашивали, вот вы приходите в какую-то локацию, делаете что-то очень яркое, заметное, и на следующий день все уходит. А что же дальше? Вот мы решили в этом году ответить на такой вопрос и сделать проект с более длительным результатом. Это будет проект «Сцена». Stage, ревитализация амфитеатра в парке Шевченко, в его старой части, чем мы хотим, во-первых, обратить внимание на эту замечательную часть парка, которую жители любят, но она не всегда соответствует тому уровню комфорта, который хочется. А с другой стороны, мы хотели бы дать это место творческому комьюнити, как свободную площадку, где каждый может для себя и для друзей устроить любое мероприятие. Замечательно. Но давайте все-таки, коль вы сказали, что четвертый год, давайте поговорим о первых трех. То есть итоги какие вот сами для себя сделали? Мы, как команда, которая работает с городом, с городским пространством, открыли для себя город по-новому. За это время мы проработали больше 30 локаций, то есть вот каждый фестиваль, около 10 новых мест, мы стараемся брать новые, вот, и смогли добиться таких сюрпризов прежде всего. Очень приятно слышать благодарные отзывы от публики, что вот подобный фестиваль мог бы проходить в Берлине. Это для нас знак того, что не нужно стремиться ехать туда. Ехать туда, да. Можно, если постараться, сделать то, что хочется у себя дома. Просто нужно правильный подход применить. Но если говорить о уровне культуры, то есть мы так или иначе Днепр, ну, последнее время пытаемся позиционировать как культурная столица страны и так далее. То есть вот дотягиваем или нет? Это очень благородное стремление, и мы для себя тоже ставим такую большую цель. Сделать Днепр настолько культурно активным, чтобы он нравился прежде всего нам. Да, пускай это наше эгоистическое соображение, но мы как команда фестиваля стремимся именно к этому. Сделать события такими, чтобы они нравились нам, нравились нашим друзьям, всем остальным. И можно было там достойно для себя сказать, да, мы смогли, у нас получилось. Как вы относитесь к такому изречению? Ну, мне оно, по крайней мере, очень нравится. Вот если не строишь школы, театры, то будешь строить тюрьмы. У нас как вот с этим вопросом? Абсолютно согласна. То есть я вообще убеждена в том, что культура – двигатель современного прогресса, культура в широком плане. Не в понимании того, что это развлечение и способ занять свободное время. Да, это тоже, но культура – это творческое мышление прежде всего. Это способность видеть вещи оригинальными и в новом свете, видеть больше возможностей в любом процессе, в любой вещи. Это креативность позволяет людям развивать мышление, создавать что-то. А создавать – это всегда продукт, это всегда то уникальное, что страна, город, каждый человек может предложить миру вокруг. И только благодаря таким оригинальным продуктам можно добиться собственной ценности в принципе. Вот, потому я за культуру как двигатель прогресса вообще и тем более экономики города. Давайте вернемся к предстоящим событиям. Mm-hmm. Поговорим о более интересных локациях. Итак, заинтригуйте потенциальных жителей, не потенциальных жителей, а потенциальных участников фестиваля. Хорошо. В этом году новыми для нас является художественный музей. Мы раньше с ним не работали, и там мы представляем шведский проект, инсталляцию с перформансом, называется «Off the Wall», то есть «За пределы стены». Шведская группа привозит с собой инсталляцию в виде комнаты, которая вот символической стеной, преградой является, и взаимодействуя с ней, они ведут беседу о
стенах и возможностях их преодоления, насколько они иллюзорны, насколько они реальны. Работаем также с дворцом, дворцом студентов, который в парке Шевченко находится. Там будет выставка израильского медиа-арта, видео на тему деконструирования границ, Deconstructing Borders. Эта тема очень актуальна для Израиля, как страны, которая постоянно идентифицирует свои границы, вынуждены их защищать. Но сейчас эта тема тоже актуальна для Украины, потому в таком международном диалоге мы хотим поднять вот тему границ вообще, их защиты, их существования. В новом клубе «Модуль», который буквально полгода, чуть больше полугода работает в Днепре, будет много вечеринок и музыкальных выступлений проходить. И в локации, в которой находится модуль, также будет базироваться Civic Media Lab. Это международная платформа для художников, которая работает с темами гражданского общества, демократии и творческого развития. То есть там будет их база, там будет очень много интересных проектов проходить, поскольку у нас 8 художников из 8 стран, это много, и это очень интенсивно. Ну, вы так или иначе затронули израильтян, шведов. Если говорить о расширении географии, кто еще будет представлен? Артисты из Австрии будет у нас в этом году, это из новых партнеров. Ну и уже классика, это шведские музыканты с группы «Форма», это Германия, Литва, Чехия, я уже сказала, украинские тоже музыканты будут, которых еще в Днепре не слышали. Вот. Ну, мы стараемся. То есть будут группы открытия, скажем так, да. для днепрян так для точно. Днепра, да. Не могу не спросить, на столе у вас достаточно цветные буклеты, да. То есть что это? Давайте вот так вот держите и рассказывайте, мы, возможно, прокомментируем. Это уже готовая программа фестиваля «Конструкция», вчера вышла из печати, можно ее уже найти в партнерских локациях в городе. Вот видите громадное количество событий, которые пройдут за неделю с 3 июня по 11 июня. Здесь и концерты, и выставки, и лекции, и перформансы, беседы, встречи с художниками, то есть на любой вкус, на любой выбор. Всегда интересует потенциального зрителя, это насколько все доступно, цена вопроса. Ну, так этот перечень можно продолжать. То есть. Это наше принципиальное дело, делать события максимально доступными. Основная часть программы бесплатна. Все выставки, дискуссии, все это бесплатно. Часть только музыкальной программы, которая в клубе проходит или на корабле, это уже наша традиционная вечеринка на теплоходе, те за символическую стоимость. То есть тут можно сказать, что это очень доступно. И другой вопрос, сколько хватит ли мест, поскольку желающих часто больше, чем мест на корабле. Если говорить об общем количестве людей, которые могут посетить различные локации, то есть какое количество вот так вот на рекорд идете или нет? С каждым годом наша аудитория растет. Если в первый год она начиналась где-то с 300 человек, то в прошлом году мы насчитывали больше 3000. Я надеюсь, что в этом году будет еще больше. Ну, еще раз приглашайте, начиная от когда, до какого времени и где вас лучше искать в соцсетях? Программа фестиваля уже опубликована на сайте constructionfest.com. Также есть наши комьюнити на Фейсбуке «Фестиваль Construction». Там мы актуализируем всю программу, там даже больше, чем в напечатанной программе, поскольку новости обновляются. Приходите на открытие фестиваля уже завтра на пикник в локации «Сцена». 4 числа воскресенья мы официально проводим открытие фестиваля и выставки израильского видеоарта в Дворце студентов. И дальше следите за всеми новостями. То есть будет очень насыщенная неделя, нужно успевать везде. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і сподіваюся, що у вас все вийде і четверте буде краще за перші три. Спасибо большое. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була кураторка фестивалю «Конструкція» Юлія Овчаренко.